Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 46. Задание на полях. Какое выражение лишнее? 48 разделить на 6, 12 разделить на 6, 24 разделить на 6, 6 разделить на 6, 54 разделить на 6, 42 разделить на 7 и 7 умножить на 6. Лишним здесь будет последнее выражение 7 умножить на 6, так как оно единственное, где используется действие умножения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.